Всем привет! Сегодня я сделаю такой коротенький ролик, потому что только что приехал с большого дела, можно сказать. Вот. Но хочется похвастать. Сегодня я совершил, можно сказать, подвиг, потому что сегодня я получил диплом водителя мобильной рабочей платформы, если по-русски перевести, да. Вот так он выглядит. Вот этот диплом. Вот тут желтенькой бумажечкой заклеил свои персональные данные, то есть имя, фамилию, персональный номер и фирму, в которой я работаю. Точнее, собираюсь работать, да. Вот, это не для широкой публики. Вот, и к этому диплому прилагается вот такая карта пластиковая. Я тут пальчиком закрыл, значит, мои персональные данные. Вот, эта карта позволяет мне теперь работать не только на стройке, а также на таких крутых шведских складах, на предприятиях промышленных, где применяются эти мобильные платформы. Я, значит, получил диплом, который мне позволяет, категория АБ позволяет использовать практически все мобильные грузовые платформы, которые применяются в Швеции. Так что это крутое образование. Здорово я его получил, хотя даже не предполагал. Вот. Но дело в том, что тут мне предложили перейти на другую работу. Вот, я не знаю, наверное, я перехожу, скорее всего, посмотрим, как это получится. У меня есть некоторые сомнения, что у меня может и не получиться, но, по крайней мере, они оплатили мне вот это образование, дают мне бригаду, вот, даже без испытательного срока меня берут. Ну, посмотрим, получится, не получится, но есть смысл попробовать. Так что через пару недель будет уже все ясно. Нарисую следующий ролик.